филиале Видновской школы номер 2 в микрорайоне Зеленой аллеи прошла лекция «Рациональное питание подростков». На ней врач-эндокринолог Видновской районной клинической больницы рассказала ученикам об основных принципах здорового и качественного питания. Насущность таких бесед очевидна. Большой популярностью у подростков пользуются фастфуды, где еду здоровой можно назвать с натяжкой. При этом медики отмечают, что именно в подростковом возрасте важно тщательно следить за питанием. Выраженная связь неправильного питания с многими заболеваниями. Да, заболеваниями сердца, сердечно-сосудистой, конечно, ожирение, да, заболевания сахарный диабет. То есть многие заболевания. Основы рационального питания, формирование правильных пищевых привычек, правила выбора продуктов. Охват лекции, которая длилась 40 минут, довольно широк, и главный упор был сделан на то, как подростки питаются вне стен школы, ведь в учебном заведении за этим ведется контроль. У нас есть завуч, который занимается вопросами питания. Это Астафья Ольга Сергеевна, да, она рассчитывает все, меню расписывает на каждый день. То есть это отработанная такая система. Вот, и не только в нашей школе, во всех школах. В лекции приняли участие ученики 9 классов 2-й Видновской школы. И несмотря на то, что без медицинских терминов было часто не обойтись, изложение было доступным, и все вынесли для себя что-то полезное. Я, например, не знал, что рацион питания должен соответствовать размеру нашего кулака, так сказать. Это очень интересная и полезная информация. Я стараюсь придерживаться правильного питания и принципов, которые были указаны в презентации. Я узнал много чего нового про правильное питание, например, то, что можно употреблять и сладкое, и фастфуды, если все это употреблять в умеренном виде. И теперь, когда я домой приду, я скажу, что шаурму можно кушать. Подобные встречи с медиками в школах Ленинского городского округа проходят на постоянной основе.